Новая поликлиника уникальна не только в масштабах региона, но и всей страны. Ее особенность в мощнейшей технической базе. Впервые в Беларуси учреждение первичного звена так насыщено оборудованием, причем самым современным. Все возможности, которыми обладали лишь крупные медицинские центры, теперь доступны пациентам городской поликлиники. В первую очередь речь о высочайшем уровне диагностики. Рентгеновское отделение предлагает пациентам самый широкий спектр исследований. Его жемчужина – компьютерный томограф на 64 среза. Кстати, отечественного производства. Такие сканеры обладают высокой скоростью и точностью. Они позволяют сделать исключительно четкие изображения даже самых мелких деталей. В новой поликлинике можно сдать абсолютно любой анализ. Лаборатории учреждения оснастили роботизированными анализаторами. Они проводят более 1000 исследований в час. Процесс полностью автоматизирован, точность техники высочайшая. Один из важнейших принципов работы поликлиники – не пациент к аппарату, а аппарат к пациенту. В арсенале медиков – портативный УЗИ-аппарат. Еще одно ноу-хау – мобильный кардиограф. На вид очень напоминает смартфон. Оказалось, он действительно разработан на основе системы Android. При помощи Bluetooth регистрируется кардиограмма пациента. В дальнейшем, когда нас все устраивает, мы распечатываем сразу непосредственно у постели пациента кардиограмму, ну и делаем заключение, оказывая непосредственную помощь. Гомельская центральная городская поликлиника – это множество структурных подразделений разного профиля. Здесь помогут посетителю с любым недугом. И что немаловажно, помощь распространяется не только на жителей близлежащих микрорайонов. Данное учреждение в равной степени предназначено как для обслуживания территориального населения новостроек. Это идея, которая была изначально заложена в проектировании, в планировании данного учреждения. Но в последующем стало понятно и ясно, что очень важна концентрация кадрового ресурса, а также не распыление, а концентрация в одном месте мощной диагностической базы, что позволено на базе данного учреждения в том числе сформировать и организовать работу центров коллективного пользования для всех жителей города Гомеля и Гомельского района. К услугам пациентов города и района 9 центров, каждый со своей изюминкой. У оториноларинголога уникальный онлайн-микроскоп, который позволяет досконально осмотреть органы слуха и даже выявить злокачественное новообразование на ранних стадиях. Также здесь есть сурдокамера, единственная в нашем регионе. Городской центр патологии шейки матки оснащен гинекологическим комбайном. Устройство поможет безболезненно, а главное максимально точно исследовать женский организм. Гордость учреждения – отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. Оно позволит провести полный курс реабилитации пациентам после травм, инсультов с неврологическими патологиями. В распоряжении отделения – группа аппаратов Kinetec для разработки суставов. Таких нет ни в одной поликлинике страны. Задается на мониторе определенная частота, значит, с которой конечность будет ротироваться. Значит, здесь ротация, сгибание, разгибание в суставе производится с ротацией. То есть она, помимо того, что она сгибается, она еще ротируется. Государственная политика в области здравоохранения ставит в приоритет учреждение первичного звена. Глобальная цель – установить в каждой центральной районной поликлинике страны компьютерные томографы. Гомель стал первым городом, прошедшим столь крупную медицинскую модернизацию. 8 этажей и 15 тысяч квадратных метров площади. Передовые технологии и уникальные разработки. Более 26 миллионов рублей, потраченных на осуществление одного из крупнейших проектов белорусского здравоохранения. Гомельчане убедились, годы ожидания были не напрасны. Николай Скинтиян, Сергей Лукашук, Новости недели.